Смотри и наслаждайся чемпионатом мира, брат. Здесь Месси финтит, как акробат. Роналдо пробивает штрафной в своем стиле. Таких талантов сейчас мало в нашем мире. Иньеста и Хави бороздят поля. Буффона знает вся земля. На победу в чемпионате претендентов много. Пьедестал их ждет, трудная дорога. Поддержим, поболеем за сборную России. Наш вратарь Игорь Акинфеев в силе. Широков и Дзагоев дадут Кержу пас. Саша, ты не упусти свой шанс. Алекс и Эндрю с вами смотрят футбол. Будем надеяться, увидим мы гол. Футбол – это лучшая игра на планете. Его уважают и смотрят на свете. В каждой стране есть свои фанаты. С командой встречают рассветы и закаты. Многие люди в мире любят футбол. Так хочется фанатам закричать гол. Неважно, за какую ты команду болеешь, ты ждешь результаты, матч лицезреешь. Если ты хочешь команду поддержать, ты должен матчи смотреть, не пропускать. И радоваться порой великолепной игрой, поддерживать в себе победный настрой. Вспомню я прошлого лучших игроков, но не забуду, что есть Аршавин и Киржаков. А в мире есть Месси, Кака и Пике. Я буду рад, когда победа в руке, когда будет новый мир и чемпионат. Пусть все настоящие фаны не спят, пусть они за победы переживают. От забитых голов пусть кайф получают. Футбол – это лучшая игра на планете. Его уважают и смотрят на свете. В каждой стране есть свои фанаты. С командой встречают рассветы и закаты. Пусть.